Привет, на связи я. У меня было много имен, но самое известное — это Железный Кот. Начал свою карьеру в далеком 2020 году. Создал канал Железный Кот, набрал 8 подписчиков и потерял этот аккаунт. Создал 2 аккаунта Железный Кот. И на одном снял пару роликов и забросил, а на другом начал активничать. И вот, сперва набрал медийность в одном фандоме, спустя время в другом. И все это в 2022. Особенно во втором, а именно фандом Marvel и DC. Там были у меня и войны, и дикие хайпы, и взлеты, и самое первое было, и самое пикое по хайпу, как война вообще, как хайп. Но контент я снимал, много внимания мне уделяли. Я стал одним из самых популярных блогеров шортсру с ФД, Marvel и DC 2022 года. Параллельно видосы миллионы набирали, большую фан-базу я получил, много ников сменил от высокомерного були дебатера до доброго шортсера. Еще вел и ТГ-канал, и страничку ВК уже удаленную. Обсуждали меня бешено много, отмечали ежедневно. И вот, подходит уже 23-й год к концу, потихоньку сгасает хайп, идет ко дну. Сильно изменился я, того меня уже не стало. Много чего я упустил, ведь карьера моя разнообразна и красочна. Но остальное высказал я ясно. Что же будет дальше? Но работаю над другими проектами я. Они секретны, о них слова тут нема. Но в описании ссылка на новый канал, именно для любителей меня вот такого. Если видео буду, только там, но не часто. Ведь я уже почти полностью в другое русло ушел. И на этом все.